Всех приветствую. Приключения биткоина, как видите, продолжаются. Все пока четко по плану. То есть, как я и рисовал, была проторговка, вынесли всех. Теперь давайте смотреть, что дальше будет. То есть, какой у нас есть вариант. У нас есть вариант, что это все уже закончено, дно тут как бы выкупают. Так, если глянуть сюда, сильные стенки такие. Ну, то есть, грубо говоря, не выглядит все это как падение. Однозначно тут все это выкупят. Скорее всего, пойдет вверх. Ну, как однозначно? Не совсем однозначно. Давайте я нарисую, что примерно я жду. То есть, скорее всего, мы уже пошли вверх. Это основной вариант. Будет это в виде зигзага, то есть что-то вот такое вот, куда-то в эту зону, а потом нас еще раз свозит вниз, куда-нибудь на 7500, и оттуда уже пойдем рисовать однозначный зигзаг, скорее всего. Если мы нарисуем не зигзаг, а что-то другое, там будет, конечно, веселее, но пока вот у меня ожидания вот такие. То есть это план минимум, который я сейчас отторговываю. То есть, грубо говоря, я купил вот эту панику и сижу сейчас в лонге, жду примерно вот этого уровня. Сейчас я нарисую, чтобы точнее было. Этот уровень, как бы, туда всегда уходит цена. То есть вот эта зона между вот этими линиями однозначно будет отработана. То есть мы идем туда, как минимум. Оттуда будет уже обновление дна. Почему так думаю? Потому что это была только третья волна, это в ней пятая. И потом еще будет завершающая пятая вот в этой большой волне, которая пока не ясно что. Глобальный прогноз я сделаю завтра, там уже будут сидеть варианты. Пока я дал только один основной, и он такой. Есть его вариация, что мы еще не доделали вот это вот все. Мы опять так же проторгуемся, как вот здесь торговались, и пойдем еще один хвост дадим. После этого пойдем вверх. Вот такие два варианта. Поэтому все довольно просто. Надо покупать вот в этой зоне все, что ниже 8000, или даже вот сейчас по текущей можно брать. И однозначно ехать куда-то сюда, в зону, даже я бы сказал, вот сюда куда-нибудь. 8400, 8800. Вряд ли выше, потому что вот эта четвертая волна обычно высоко не уходит. К тому же, если глянуть сюда, то у нас, во-первых, сильное сопротивление вот здесь, в этой зоне 8300, 8500. Это вот эта проторговка. Там все ставят шорты, там продают. То есть никто не верит, что этот уровень будет пробит. Вернее, мало кто верит. А потом уже в районе примерно вот 9000 ставят сильные стены. Ну, как сильные. Раньше они были больше, сейчас их поснимали, передвинули на 8500 уже. То есть, если раньше люди хотели по 9000 продавать, по 8900, то сейчас уже хотя бы по 8500 бы выйти. Это хорошо. Это означает, что если их выкупят, то сильно вверх пойдет. Вплоть до 9000. Так что имейте в виду, что отскок-то однозначно будет. Но вот отсюда сразу, либо все-таки дадим еще хвост вниз, вот это пока точно не могу сказать. Ну, однозначно надо выкупать здесь. Кто купил внизу, молодцы. А кто еще хочет докупиться, то, может быть, еще дадут такой шанс между 7700 и 7500 купить. Вот такие вот варианты пока что. По альтам чуть получше картина. Вот я рисовал, видите, сюда мы ушли. Но единственное, что здесь мы чуть-чуть буквально пробили и улетели. Но, в принципе, это по правилам. То есть, опять же, всех высадили, стопы собрали, это нормально. А теперь куда мы идем? Да вот уже все нарисовано. То есть, куда-то на 180 примерно эфир может уйти. Ну, как минимум, вот сюда 175. Прошлый хай. Вот этот всегда он должен отрабатывать. Но судя по тому, что биток еще на дне, а эфир уже улетел, скорее всего, эфир еще выше даст. Скорее всего, куда-нибудь на середину этой свечи, то есть 180 примерно туда жду эфир. Покупать его сейчас уже, наверное, смысла нету. Тут ради 13 долларов входа. Но, тем не менее, как бы он идет вверх. По лайту у нас примерно то же самое. То есть, единственное, что я не вижу, пробили мы тут дно. Ну да, пробили однозначно, пробили. Еще как пробили, вот мы дали почти 50. Цена была 50-50, то есть четко я цель сказал еще в прошлом видео, она отработала. Куда мы идем сейчас? Ну, куда-то вот сюда, может быть, даже 67, если очень повезет, но вряд ли. Как минимум вот сюда, на 61. Ну, а там дальше разные вариации, все зависит от битка. По Ripple у нас вообще неплохо все выглядит, то есть Ripple, скорее всего, вообще дно не будет обновлять. Ну, хотя... Об этом я завтра скажу, но суть в том, что Ripple неплохо выкупают, биткоин сильно подрос. Вот эта штука тоже была сильно слита, она даже дно не обновила, ну, просто потому что совсем уж ее слили, вообще все это купают. И биткэш дал, сколько у нас дал он? Я обещал 200, он дал 201.66. Работает? Работает, что я могу сказать. Так, опять же он туда вверх идет, непонятно куда. И по... Вот этой штуке, что я говорил вам, что доминация должна падать. Доминация падает, нам повезло. То есть, если бы она сейчас росла, это называется, что конец альтам, никаких альтов, только биток, и то очень осторожно.
Ну, в данном случае у нас не включился самый адский вариант, что биток сольют, и альты сольют. Наоборот, альты откупают. Раз альты откупают, значит их будут пампить. Простой очень вариант здесь. Поэтому надо тарить потихоньку, потихоньку, полегоньку. Но опять же, отталкивайтесь от того, что биток еще вниз пойдет. У него нет варианта прям вверх отсюда. То есть это просто отскок сейчас идет. Соответственно, вот пока вот такие вот вариации. Завтра скажу более подробно. Больше пока на сегодня добавить нечего, и до следующей встречи.